Пожизненный срок за нападение на врачей предлагают давать московские депутаты. Законопроект Мосгордумы предусматривает, что уголовное наказание за такие преступления должно назначаться в зависимости от степени их опасности для жизни медика. Парламентарии предполагают, если нападение на врача не обернулось ничем серьезным, нарушитель может обойтись штрафом в 200 тысяч рублей или лишиться свободы на 5 лет. При возникновении опасности для медиков время заключения под стражу предлагают увеличить до 10 лет. А угроза жизни врача будет караться сроком от 12 лет до пожизненного лишения свободы.